представляешь? Да. Это Моника. Да. На 57-летие своего бойфренда сделала себе одну грудь 5-го размера, а другую 7-го. Ил. Тупая Моника. Ну что, Чичундри, принимайте работу. Ил. Зина, ты так быстро повесила нашу новую картинку, мы даже не успели моргнуть своими длинными ресничками. Ерунда, у меня сверло с алмазным напылением. Оно в стену ходит, как нож в масло. Крис, ты слышала? Да, у тебя стены из масла. Нет, Крис, у Зины сверло с алмазным напылением. Ио. Ну, я знаю кольца с алмазами, знаю серьги. Я даже видела пуговицу с алмазами. Да. Но вот это сверло с алмазным напылением, это, наверное, какая редкость драгоценная. Да. Зина, Зина! Зина, нам нужно это сверло. Да, нам нужно. Давай. Боюсь, Чичундра, это невозможно. Детям до 5 лет нельзя давать инструмент в руки. Нет, Зина. Нет, Зина, нам нужно оно для вечеринки. Да. Представляешь? Мы придем в клуб, и только у нас будет вот это сверло с алмазным напылением. Да, вообще. Да, и все просто попадают от зависти. Да. А может, вам по ведру на голову надеть? Они-то ярче алмазов блестеть будут. Иозиночка, ну хватит, пожалуйста. Мы готовы за него заплатить любые деньги. Любые. Что, с ума сошла? Это сверло Степаныча. Как он без него работать-то будет, а? Зина, мы сделаем так, что он не будет работать. Как мы. А, да, как мы. Боюсь, Степаныч не согласится накачать губы ботоксом и жить у богатого папика. Так, Зиночка, знаешь что, Зиночка? Знаешь что, Зиночка, Зиночка, если ты не дашь нам вот это вот сверло, то мы, Зиночка, 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 мы тебе объявим бойкот и не будем разговаривать с тобой целую неделю. Да-да-да. А давайте так. Как? Я вам сверло, а вы мне бойкот на месяц. Ио, да. Договорились. Сколько оно стоит? Кажется, Степаныч его брал за 5000. Ио, я должна позвонить Сержу. Хорошо? Алло, Серж, милый, ты можешь со мной сейчас разговаривать? Да, это очень важное дело, милый, да, послушай. Скажи, пожалуйста, а можно мне, пожалуйста, купить, ну, сверло с алмазным напылением за 5000 евро? Хорошо, милый, хорошо. Я найду лучшего пластического хирурга. Я тебя целую, очень люблю. Что он сказал? Серж мне сказал, что если я это сделаю, то мне придется поискать хорошего врача. Эл, значит, он и сверло разрешил купить, и новую пластическую операцию сделать. Какой же он щедрый душка. Да-да, он очень хороший, такой счастливый. Эл, Зина, 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 вот твои деньги, Зина. Пожалуйста, 5000 евро. Вообще-то я имела в виду 5... Зина, 5000 евро и не долларом больше. Да-да-да. Все. Ну ладно, Чичундры, за такие деньги я вам отдаю сверло вместе с дрелью. Но только учтите, я согласилась на это только потому, что вы на меня надавили. Ил. Кругленькой суммой денег. А, ил. Можно я потрогаю? Крис, побежали скорее в клуб. Я беру твою сумочку, а ты давай впереди включай. Включай, давай. 4. Ио, Крис, милый, ну когда такое было, чтобы нас с тобой не пустили в какой-то клуб? Просто эти тупые охранники ничего не понимают в последних трендах. Ну как можно было предложить нам оставить на входе этот волшебный, дорогущий аксессуар? Ио, я уверена, что вся Европа уже ходит по улице с этими алмазными сверлами. Ио, ты гения. Поехали скорее в Милан. Будем там, как свои. О, Ио, как круто. Крис, отдай мне тоже так сделать. На, насладись. Зинаида, собирай чемоданы.